Что это за карта? О, нет. Я боюсь их. Это мой страх. Я не могу двигаться. Звездочки летят в другой. Ой, хорошо. Счастье не в наш. Так, я пытаюсь каким-то образом уворачиваться. Поехали. Погнали. И всем привет. Вы на канале Sofia Playing Games. Я Соня. Всем привет, я папа. И сегодня мы будем играть в Build-A-Bot. Лодки. Построй корабль, найди сокровища. И тут с нами играет Артемка. Передаем тебе привет. Привет. Из рюкзака, смотри, какие волны идут. И не пугайтесь, если я чихну. Соня маленькая, чихает. А покажи еще, у тебя лицо моргает. Это новое лицо Соня нашла. Да. А мы ссылку на него можем оставить в описании? Вот. Я покажу тут Dylan Head. Да, вы можете это найти, и он бесплатный. А, круто. Да, вот я сделала корявую кнопку YouTube, потому что надо подписаться на нас. Как ты это делаешь? Через точку. А. Точка. А, ну да, вот они. Точка, точка. А, у него дополнительно какие-то. У него еще и рот также двигается. Да, улыбается. Смотри, смотри. А, точно. Открывается. Класс. Все, оп, тут он грустный такой. Серьезный. Все, давайте поплыли на папиной машине. Поплыли. А я как-то давно делал вот эту машину. Она сложно управляемая, но... И можно других людей швырять как бы. О, мы сейчас с разбегу сразу пару экранов проплыли. И даже колеса не поломал. Главное, чтобы камушек не попал. Ай. О, нет. Самое худшее, что может произойти. Хорошо, что я на маленьком стульчике. Я сейчас попробую перевернуться. Попробуй. А то тут скоро может подписчик слететь. Если... Ладно, пока так поплыли. Ой-ой. Почти. Папа. Я не знаю, как перевернуться. Тут нет механизма. Надо добавить эту штуку, которая переворачивает. Помнишь, есть? А, да. Так, мы еще все на месте? Да, все. Все нормально. У меня маленькая голова. Ладно, плывем пока. Что ж такое-то? Ай! Папа! Ты где? Я тут! Я почти умерла! О боже! Посмотри на мое здоровье. Сейчас. Мне очень страшно. Я уже забираю сейчас тебя. Я боюсь. Я не могу, не швыряй меня. Не швыряй меня. Я сейчас умру, папа. Спасите. Села? Села. О, погнали, вперед. Ой, он отлетел. О, нет. Как его забрать? Где он вообще? Ой, мне кажется, он утонул. Ой, нет. Ну, поплыли обратно, что? Что это за карта? Это плата компьютерная какая-то. Микросхема, это светодиоды. Ага, поплыли обратно. Мне дали 50 золота. И сундук. Мне дали сундук. Кстати, ребята, подписывайтесь на канал. Вот, видите кнопку, можете ее попробовать нажать. Возьми вот эту вот розовую конфетку. И не удивляйся надписи Take One, всем, потому что, да... Они все-таки стоят руки страшной черной, которая мне это дает. Так что. Попасть туда. Ай, надо прыгать много. Когда-нибудь вы попадете. Это отдых такой. У меня скоро конфета это кончится, и я. О, он попал! А, нет. О, я прям на кресло прыгнул. Ой, хорошо. И он тоже. Сейчас я тоже попробую так. Надо с краю там. Подожди, а там же я сижу уже. Давай я перепрыгну на другое. Вот. Ладно, я джетпак уберу, наверное. О, все, поехали. Погнали. Ой, сейчас я дверь закрою. Сейчас. А это что у них за корабль? Какой-то странный корабль. Сундуки плывут. Это очень, очень хорошее такое, легко сделать это. Это наша высокотехнологичная. Да, супер высокая. Шагалка. Тьфу, высокотипу. Высокотипу. В общем, высоко там заложено. А, так ножка прыгает. На ней прыгать можно. Такие страхи тут, знаешь, покоцать нас могут. Ничего. Она крепкая, я помню, мы же делали. Так, ты моей стороной, пожалуйста, там не ударяй. Я по всем сторонам ударяю, извините. Сейчас будут эти звездочки. О, нет, я боюсь их. Это мой страх.
Ай. Давай нормально. Да я не могу нормально. Как? О, крутись, как это. А. Как шашлык. Все, я убегаю отсюда. Электродиод. Ай. Ай. Сопротивление. Светодиоды. Светодиоды, да. Электродиоды. Ой, тут замыкание произошло, ребята. Ай. Я не могу двигаться. Не так крутишься. Не в ту сторону. О, поехали. Коцали нас чуть-чуть. Да, стекла. Страшно тут. Ничего-ничего, мы еще пока что все вместе, только не попасться на вот эту красную штучку. О, нет. Смешные. Так он прямо сразу всю эту палку снял, и волна еще. Пока-пока. Что? Давай быстрее, пока волны нет. Сейчас кубик один останется. Доплыть, мы почти уже близко. О, нет. Рыба все-таки агрессивная. О, нет. Кажется, я потерял прическу свою. Кажется, уже все потеряли свою прическу. Нет. Ай! О, нет. Мне я предлагаю страшно. Больше не шевелиться, чтобы у нас был шанс. Торнадо! У меня скоро мое лицо вот это вот. Моей части уже нету. Так, я пытаюсь каким-то образом уворачиваться. Только не переворачивайся. Нет. Оу, но. Уходи, уходи, уходи. Ребята, доплывем мы или нет? Ставьте лайк, чтобы помочь нам. Не доплывем. О, нет. Пока, папа. Ай! Мне кажется, его рюкзак уже излучает сигнал SOS. Что это? Да-да. Это лабиринт? Вот это самое крепкое, что у меня есть. О, супер. А она с двигателем? О, она с ракетой. Да, я открываю. Не прыгайте. Здрасте. Занимаем зрительные места. Он сел кверх ногами. Ты тоже? Главное закрыть правильную дверь. Это настоящий лабиринт, надо сказать. Ну что, погнали? Подожди. Мне надо тут замухроваться. Я уже запустил. Так, я должна быть под металлической дверью так-то. Ну все, закрыто вот. Знаешь, если молнии начнутся, то все, мы поплыли. Ой, ладно. Вот это я понимаю. За пару минут сейчас долетим. Ну, не за пару минут, знаешь ли. Пробьет наш час. Ребята, долетим мы или нет? Как вы думаете? Да, как вы думаете? Как-то тут все хорошо так. Безопасно. О, ой. Нет. Прощай, но мир. Звездочки летят в другой. Ой, хорошо. К счастью, не в наш. Но я все равно так. Они вдруг друг. Ой, сейчас молния будет. Ай, хорошо, что я там под железной дверью. А! Включать двигатель. Спасайся. А нам одного хватит до конца? Ой, не знаю. Так, лети прямо теперь, чтобы хватило. Может хватить, если ничто не будет мешать. Но в крайнем случае будем гарпунами добираться. О, нет. О, это рыбы. Я чувствую, скоро закончится. Так. Спасите. Ну, а теперь режим... Не кантовать. Не, нормально. Ну да. Он так крепкий. Так быстрее. Ну, сомневаюсь, он сейчас нас притянет. И... А как отцепить? До конца. Извините. Так, техническая неполадочка. Нормально, пробирайся через какой-нибудь. Вы еще нормально там? Ну, прически. Как сказать? Прически есть. Да, нормально. Тут один край пробит уже, правда. Поставь его на пол, да, и пусть плывет. О-о-о-о-о, давай-давай-давай, протискивайся. Маленький кораблик. У тебя почти получилось. О, да-да-да. О, нет. Я был когда-то странным кораблем без имени. И я остался все еще вот таким вот кораблем. Все-все, вот здесь мы пройдем. Последний экран. Прически на месте. Получилось! Ура! Тут вообще ничего не осталось. А твои двери все остались. Вполне себе хорошо доплыли. Ну, долетели половину. Ура! Еще отпало. Ура! Ура! Сокровища, сокровища, сокровища. Набираем слитки, 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 кубики, слитки. Так, я не даю закрыться. Сейчас я его попробую открыть. Ну, на сегодня все. Ставь лайк.
Подписывайся на канал, подписывайся на Дискорд, Инстаграм, на Твиттер, на ТикТок. И пока-пока. Ребята, еще подписывайтесь на нашу страницу на Facebook. Ну, там мы просто публикуем. У меня всегда спокойное лицо. Новые видео. Самое спокойное лицо в мире. Ай, ай, ай. Вы меня не толкайте тут вообще-то. Всем пока. Пока.